Всем привет, друзья! На связи Динара Смирецкая, сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. И сегодня я записываю продолжение своему предыдущему видео, где я рассказывала вам о позиционировании лидера в социальных сетях, и не только лидера, а любого, в принципе, партнера, который начинает свою работу, свой путь в любой сетевой компании. На основании моего прошлого видео, что хочется сказать, что не обязательно иметь большие чеки и большие результаты для того, чтобы уже привлекать людей, для того, чтобы рекрутировать. Вот это, знаете, такое основное возражение всех новичков, что вот я же только пришел в бизнес, у меня нету чека, у меня нету результата, я еще толком ничего не зарабатываю, о чем же я буду говорить в социальных сетях. Вот я вам хочу рассказать, к примеру, я сама пришла в Siberian Wellness не на лидера и не на команду, и по большей части даже не на компанию. Я пришла на человека, у которого не было результата, но который вот просто настолько воодушевленно рассказывал о компании, о лидере и о команде, что я за это зацепилась. Думаю, блин, ну если вот девушка так круто рассказывает, все, надо брать, надо брать. Да, она попала четко в цель, она попала, можно сказать, в свою целевую аудиторию, она не постеснялась мне написать, предложить, мы с ней раньше работали в другой компании, и она мне предложила, сказала: Динар, слушай, да, вот мне что-то тут не очень нравится, и вот я решила рассмотреть для себя Siberian Wellness, вот такая современная компания, вот такой у них прошел апгрейд, такой ребрендинг, так я еще и в команду такую крутую попала, к такому наставнику крутому попала, она мне все это рассказывала, естественно, у меня ничего в голове не отложилось. То есть, если бы меня спросили там через некоторое время, а что она тебе рассказала о наставнике, а что она тебе рассказала о команде, я бы вообще ничего не вспомнила. Вот вообще ноль. Но я настолько хорошо запомнила ее вот эти вот эмоции, с которыми она мне все это рассказывала и доносила, что я как раз-таки пошла в команду именно на эти эмоции. То есть вот эти эмоции меня зацепили, потому что на тот момент в той компании, где я работала, была абсолютная, я не знаю, тишь, гладь, затишье, такое какое-то болото болотное, ничего не развивалось, не двигалось, и меня настолько эта ситуация добивала, убивала, что вот эти вот эмоции этой девушки, которая меня пригласила в Siberian Wellness, они настолько меня возбудили, взбудоражили, что я сказала: боже, я вот этого хочу, я также хочу себя чувствовать, я также вот с пеной у рта хочу рассказывать о своем лидере, о своей команде, о своей работе, о своей компании. Мне не важно, какой у нее там был чек, у нее на тот момент вообще не было чека, она буквально там за 10 дней до этого зарегистрировалась в компанию, то есть там в принципе никакого чека еще не было. Но вот эти вот эмоции настолько меня зажгли, что я сказала: все, давай ссылку на Регу. И только после этого со мной связалась мой вышестоящий наставник Татьяна Гор, потом я узнала о своем еще одном вышестоящем прекрасном наставнике Ире Козуб, потом я узнала о Наташе Павловой, ну и так далее, и так далее. То есть я о них вообще не знала, я вообще была не в курсе, в какую команду я прихожу, и я об этом уже не один раз рассказывала. То есть вот так вот я пошла на эмоции новичка. Я присоединилась к компанию на эмоции новичка. Да, она меня знала. Да, и я ее знала. То есть, смотрите, еще один такой очень жесткий вопросик закрывается, одно такое возражение. Я не хочу приглашать знакомых, я не хочу приглашать друзей. Слушай, ты пригласи. А вот человек, глядя на твои эмоции, придет к тебе в команду. Естественно, нужно приглашать не так: слушай, Маш, я тут это подумала, может тебе пригодится, я тут решила попробовать в одной такой компании. Ну, понятное дело, что вот на такое никто не придет. А если ты скажешь: слушай, Маш, я тут в такую движуху вписалась, я решила начать осваивать онлайн-бизнес, я решила пойти работать в интернет, да, не то, что там: эгегей, приходи на миллиарды, сейчас мы с тобой через 2 недели на машину сядем, на Мальдивы полетим, нет, ни в коем разе. То есть все надо делать с умом и давать хорошую информацию, то есть вот ту, о которой я как раз-таки позавчера видео рассказывала. То есть мы рассказываем о компании, о команде, об обучении, о продвижении, о своих эмоциях, которые мы испытываем, и тогда придут люди, обязательно придут. И не важно, что у вас там еще нету чека, нету машины, вы никуда еще не летали, не выигрывали программу путешествий. Главное все рассказывать с эмоциями, с позитивом, с добром, с миром. То есть вот нести в жизнь позитив, да, не через негатив: ой, этот плохой, тот плохой, та компания плохая, этот лидер плохой, этот начальник прям ужасный. Нет, все мы рассказываем через позитив.
позитив. И тогда даже если у вас нет чека, даже если вы еще там не получили машину, квартиру, путешествие от компании, к вам обязательно придут люди, к вам обязательно зарегистрируются. В принципе, все, что я хотела сегодня вам сказать. Новички, пожалуйста, не бойтесь рассказывать о компании, не бойтесь рассказывать о команде, о продукте. Вообще, в принципе, не бойтесь вести соцсети. Не бойтесь, что вас там кто-то увидит, осудит, будут о вас говорить. Да говорить будут по-любому. Понимаете, вот что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, говорить о вас будут по-любому. И если вот этого постоянно бояться, ну, извините, да, волков бояться, в лес не ходить. То есть любое ваше позиционирование в социальных сетях, скажем так, найдутся люди, кто вас опустит, кто скажет, это плохо, это неправильно, ой, чем это она там занялась, ой, в какую-то лоховозку вписалась. Поверьте, такие люди будут всегда. Не надо на них обращать внимание. Это говорят обычно люди, которые в принципе не двигаются, не развиваются, сидят там 3 рубля зарабатывают, с утра встали на работу, вечером пришли, телек, пиво, чипсы, все, им больше от жизни ничего не нужно. Ну зачем ориентироваться на таких людей? Хотя, why not, это выбор человека, да? Но если вас такие люди осуждают, зачем вы на это ведетесь и зачем вы на это обращаете внимание? Не надо. Короче, берем телефончик, вот так вот встаем, всем приветики, пистолетики, и поехали рассказывать о компании, о команде, куда вы вступили, где вы работаете, что вы несете, что несет компания, какие установки, какие идеи, какие цели, что за продукт, каким продуктом пользуетесь вы, какой результат на продукте вы получили, что вы можете предложить своим подписчикам, своим партнерам, что у вас за команда, что у вас за лидер, и вперед из песни. И обязательно на вас пойдут люди. Обязательно. Главное, ничего не бойтесь. Все. Надеюсь, было интересно, полезно. На связи была Динара Смирецкая, сапфирова бизнес-лидер компании Siberian Wellness, с чеком, с машиной, с путешествиями. Поэтому имею право об этом, обо всем говорить. Сама была когда-то сырым новичком, у которого ничего не было. Но не постеснялась и не побоялась говорить, что я дула от ружья, и поэтому у меня уже такая большая классная команда. Все, всех люблю, всем пока. Как обычно, все мои контакты под этим видео. Приходите в команду.